Я думаю, что кризис будет обязательно, иначе экономика бы не выживала, потому что только за счет кризисов экономика начинает распрямляться. А нам, людям, которые не сильно в бизнесе находятся, он, как правило, не сильно тронет, просто, так сказать, будут какие-то мелкие неприятности, мелкие совсем. Наверняка кто-то будет банкротиться, стреляться, исчезать, прятаться и так, не знаю, все что угодно. Но без этого экономика не выдерживает. Кризисы будут всегда. Чаще, реже, это уже второй вопрос.